спорту сьогодні ми продовжуємо худнути з нашим тренером Оленою Бендерською. Добрий день. Сегодня мы продолжаем тренировку сайклинг, и мы сегодня сделаем акцент на нижнюю часть, в принципе, как это и происходит на сайклинге. Но мы сегодня научимся, как это ездить в гору, как это ездить с горы, как это правильно держать технику и как увеличивать нагрузки. У нас есть 4 положения рук. Это у нас первая позиция, это у нас вторая позиция, третья и четвертая, так называемая спринтерская. При каждой позиции важно помнить, спина у нас сохраняет естественный изгиб. Мы переходим во вторую позицию. И мы приподнимаем ягодичную. Стараемся над самой сиденьем. Работа у нас идет на ноги. Чем ближе мы делаем к сиденью, но не садимся, тем сложнее, тем больше нагрузка идет на переднюю поверхность бедра. Следим за нашим дыханием. Напоминаю, что во время наших тренировок у нас не просто улучшается тело, у нас так же само улучшается сердечно-сосудистая система, а также наше дыхание. Садимся и немножко уменьшаем нагрузку. Вот мы поднялись в гору, теперь наша задача съехать с нее. Вспомните, как на обычных велосипедах, когда мы съезжаем с самой горы. Мы обычно это делали, убирали ноги с педалей и просто катились. В данном случае у нас так не получится сделать, поэтому нам нужно немножко придерживать эту скорость, чтобы она нас не несла вперед. Ну что ж, ребят, на этом наша тренировка закончена. Мы сегодня попробовали ехать как в гору, так и вниз. Тож, якщо ви хочете схуднути, тренуйтеся разом з нами.